22 июня, в День памяти и скорби, на Аллее Славы собрались жители города, чтобы вспомнить тех, кто отдал свои жизни на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. К собравшимся обратился глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Сегодня мы точно знаем, что мы поколение победителей. Очень важно, чтобы мы гордились силой и мужеством наших героев. Мы преклоняемся перед ними. Наш долг бережно и верно хранить память о нашей истории, о нашей победе, о наших традициях. В этот день по всей стране проходила всероссийская минута молчания. Собравшиеся склонили головы в память о тех, кто не вернулся с войны. Для старшего поколения подобные мероприятия очень важны. Свидетели тех страшных дней до сих пор с замиранием сердца вспоминают о военном времени. Очень хорошо, что это не забыли и не забывают. И, конечно, надо, чтобы особенно молодое поколение как-то передать эту традицию, чтобы они всегда помнили об этом дне, о дне, когда их деды, бабушки приняли участие в этой войне и отстояли нашу страну. В церемонии принимали участие юные жители округа, члены движения «Юнармия». По их словам, им важно чувствовать причастность к истории своей страны. То есть у меня дедушка, он не воевал, но он все это проживал, и нам рассказывали про это. Он получил травму даже, и очень тяжело было смотреть на него, как он это... То есть по нему было видно, что вот ему было тяжело. Но они справились, и чтобы нам доказать, что они сильны. Завершилось мероприятие возложением цветов к вечному огню. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».